Ну давай, спой нам что-нибудь еще, что ли. Миш, не могу пообещать. Ну, посмотрим. Я просто ее как бы, ну, сложновато мне ее петь как-то, я не знаю. Нас кое-кто считает дураками, но прекрасней нас на свете нет. Меня давно вживили мураками, а вчера воткнули интернет. И мой потенциал заметно вырос, мужиком растет мой сын Артем. Его компьютер смертельный вирус подхватил. Венерическим путем, е-е, венерическим путем, е-е, венерическим путем, венерическим путем. А где-то автор жжет и брызжет ядом этот автор адский сатана, а рядовой Попов опять убит снарядом. Для него уже сейчас закончилась война. А я уйду, как все, я тихо в лету кану. Не напрасно знать, венки плетем. А говорил Егор, что все идет по плану. Ну-ну, историческим путем, историческим путем, е-е, историческим путем, е-е, историческим путем, историческим путем. Моим ушам мешает вермишель, в моих очах торчит по три бревна, а тихий шорох тех волшебных камышей ты не услышишь среди всякого на-на. А вокруг вообще не видать низги, и неизвестно мы, куда идем. А кто-то хочет все мои мозги удалить механическим путем, механическим путем, е-е, механическим путем, е-е, механическим путем, механическим путем. А мой похмельный взгляд тяжел и мутен, мы чужую улицу метем. А любимый Владимир Владимирович говорит мне, что ты, будет все путем. Все путем, е-е, скоро будет все путем, е-е, скоро будет все путем, скоро будет все путем, историческим путем, е-е, механическим путем, е-е, венерическим путем, е-е. Эту песню тоже вчера слушал, понравилась мне песенка, хорошая. Ты говоришь, откуда приходит? Читал инструкцию на упаковке жидких гвоздей, так называемых. Да. И написано, при попадании, значит, куда-то на какие-то поверхности, удаляется только механическим путем. То есть там несколько отскребать, как бы, механическим путем.